станок для прокатки профильных труб. Ручник? Пока ручной. Возможно, будет двигатель. Здесь еще цепь будет. Червось, блядь, падает. Вот так положил. Собирать. Собирать. Как правильно это называется? Забыл. Приспособление, станок для прокатки профильных труб. То есть радиусная прокатка, да? Ручной станок. Ручной станок. Возможно, потом механизируем с моторчиком. А промежуточный что? Нет, здесь везде будет швеллер крепить. Швеллер? Там же винт еще. А где швеллер? Что-то у вас тут какая-то... Да, она вот так немножко. Я тут снимал, он очком прошел. Я спрятаться должно. Спрятаться? Да, на миллиметр. А кто их прячет шпами? Блять, не в эту сторону, торчать должно. На миллиметр, а не спрятаться. Гоню, писец. Андрюх. Я долблю, блядь. Три молотка не раздолбил. Она же должна, чтобы не задевать, я прогнал. Но главное, я все это снял. Ну ты вырежешь потом. Ты долбил. Так я говорю, вровень или выпирает? Выпирает. Или Межган, ну ты хороший этот, помещаешь? Хорошо. Так, кто будет держать за детку? Да, ты кто-то, ну, попался. Кого держать? Носится, смотри. Можно. Я попробую. Будет одеваться или не будет? Оба два. Вот это сейчас она подходит. Почти как родная. Давай круче уже болты. Гнуть кого-нибудь. Йо, а что они такие длинные? Да. Болты. Ну, это пока нет других. Ну короткие же там где-то валяются. Ну пока такие включу. Что-то какой-то токарь, блин, наточил. Не крутится. Там еще кусок этого остался. Ничего. Я их вообще их продул, Андрюх. Давай так попробуем. Я их продувал. Там закус какой-то. Ну, не крутится. Где тебе? Я оставлю. Чем мы будем крутить? Вот это. В принципе, что мячик? А вот он где-то.
где-то режет. Кто-то где-то не дорезал. Не хотите покрутить, Вячеслав Батькович? Поменьше обороты. Андрюха, а ты думаешь, там подключим на то? Вот эту, наверное, надо заменить. Там либо с рассеем, или нам пистолет на... Только, вот, только есть знакомый. Вот эту надо заменить. Есть знакомый дом. О, дядя Сань знакомый. Сколько там? Вроде, да. Вроде, вроде, вроде. 19. Давай вот так вот, а им звездочки поставим. Смотрим, что получилось. Так она откуда какая-то? Хрен не знаю. Была подойдет, там оттуда есть. Кто подгонял? Где этот фрезеровщик? Подожди, она одна на другую не подходит. Ну, у меня подходит сюда. Подходит. А у тебя же потуже там была, которая мне не никак не подходит. Сейчас подожди, скажу. Да. Вот это отсюда. Так вот это отсюда, не отсюда, не оттуда. Почему-то это на обе стороны подходит. Хорошо. Да, а это на одну сторону так подходит. А это что-то специально. Есть пиздец. Ну, это не тачка. Старший. По ящику. Вот, кстати, по-моему, Миха, ты мне берил вот эту оттуда. Да. Эту оттуда. Эту сюда. Я тоже туда. Цепуры где? Ты по меткам выставляешь? Да. Зажигание, ну. Цепочка-то есть? Да, дали нам цепочку в аренду. Позбиваться будет. Фаза газа. А может, надо было вначале цепочку на... Она еще не укороченная. Она так пока будет. Обживал, поехал. Опять резьбенец, да я... Замотало. Дурачок подогнал, блядь, у него как у барыги все есть, блядь. Ну? Блядь, это с картофельной копалки же его. Она ему больше не надо. В эфире не надо материться. Он сказал, он больше как... Звук пишется? Нет, у меня только видео, звук я потом озвучу. Ты же музыку все равно ставишь потом. Нет, когда вот техническое обсуждение, я музыку не ставлю. Так замерзнем. Да, ты же видишь. В принципе, да, легко. Там ролик подойдет, Миша. Там ролик посмотрю, как цепь подойдет. Может быть, ролик будет. Ты посмотрим, как звенья подойдет. Ну, ты же знаешь, он же должен натягивать. Один на зубе. Смотри. А тут винт будет, да? Что, вот так, что ли, подходит? Ну да, не бьет. Срастух? А, и то, ну, переходное. Ну замок считай, замок. Не, ну я и смотрю под замок. Если бы на следующую, тогда бы под замок попало хорошо. А оно на следующую не натягивается. Если бы на эту натянулось, чуть ближе ролики бы сделал, тогда бы это. Ну натяжитель надо делать. Да, если с другой стороны начать его надевать. Какая разница? А можно ее просто растянуть. Кого? Цепь. Ну, так делали. Так же переходное. Вот если бы на туда налезло, было бы без всяких роликов натяжка нормальная, да? Ну, да. Может быть, она еще натянется? Да нет, вроде бы. Не хочет. Она. Ну и растянет. Не хочет она натягиваться. Не сочинялось? А? Да нет, еще пока вот это укомплектовывали. Держать ручку, вот так думаю. Все, поехали? Да, мы уже приехали. Ну, уже вокзал. Где там будет?
Да вот, порядок. Большие настолки. А чего на это, блядь, это пружинит как бы? Ну вот на этих концах. На медленных. Сколько за раз подаешь по обороту, да? Четверть оборота. И там сколько миллиметров? Ну, 5 разделили на 4. Держу там. Подержу так. Последний раз давал. Ну, для отчетности. Хотя, блядь, это два, наверное, да? Может и нет. Чего нет? Ну вот какой там? Перегнули. Знаете, как вы радость, которая нарисована? 1.5 метра. Давай замерим, какой получился. Когда начал ломать. Чё, а как ещё спланировать? Ну, подгоняй. Чего? Так, так, давай. Так. А. Представь туда, а то мы не берём сюда. Прикидывай. Чего? Чё, куда прикидывай? Ну, по концам прикинь, здесь и там, чтоб одинаково было. Так, пошёл. Какой ты радиус? Ещё 100 по краям. Все, значит, 1100. Еще? 1100. Да. Да, Андрюх, уже плавнее. То, что вчера.